giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Зачем вырубила? Сам знаешь. А, что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Это спорно. Берегись. Да, детка, ловко ты. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги, пока яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Эй, на дорогу смотри. Хо! Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Мы человека сбили? Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не знаю. Что там? Тачка в хламину. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Смертельно. Мама меня убьет.
Почему ты не сказал? Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорее бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. А ты чего раскомандовался? Просто не хочу, чтобы ты одна ходила. Не поняла. Я не о том. Смотри у меня. Зарь, извини, мне правда нужно сосредоточиться. Да ладно, ладно. Кажется, там внизу кто-то есть. Чего? Вдруг помощь нужна? Я пойду проверю. Что это? Сайлас, мальчик-пес?
О, ну и дичь. Стрёмное дерьмо. Ты чего кричишь? О, Господи! Что? О, Господи! Что это было? Машину! Живо! Не знаю, живо! Бегом, Макс! Ладно. Нет, ну что-то слышал. Давай просто уедем. Ну же. Ну же! Ты же сказал, что проверил. Да, и все было нормально. Зая, я понимаю, ты на взводе, но успокойся, ладно? Я не на взводе, Макс, я, блядь, в панике! Это было животное какое-нибудь. Нет, не животное, я видела, это женщина. Лора, расслабься, ладно? Вот, сейчас поедем, видишь? Ну? Макс, просто увези нас. Окей. Пытаюсь. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Мы в норме, немного испугались. Не расскажете, что случилось? Ну... Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? А,
Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? В летний лагерь Хекетс-Квори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Но мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Вы не доберетесь до Хекетс вскоре. Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. Спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хекетс нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Окей. Ладно, да, мы поедем в мотель. Мы все поняли. Только есть одна проблемка. К сожалению, я забыл подключить роуминг для глухомани. То есть мы заблудились с концами. Так, мэм, выйдите из машины. Что-что? Я хочу показать, как доехать до мотеля на карте. Ясно? Точно. Вы сидите там. Ничего, нормально, я выйду. Ладно. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хекетс-Квори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Чего он там теперь сидит? Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рад. Встреча. Да уж.
Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетс Куори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. Это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хэккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Кто тут будет бросать... Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Готово? Есть кто дома? Живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хэкет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Точно? Молоток. Ого, это было громко. Помочь? Да. Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Вы целы? Вы есть? Эй, осторожно. Thank you.
Макс? Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. Макс? Похоже на, мать его, мотель Харбинджер! In other words, darling, kiss me.